Just fell into my pool. What are you cool? Dry up a little. Такие бассейны. Так я что-то она улетит. Не, ее надо выпустить. Я хочу. Пойдем выпустим? Не, я хочу. Подержу. Ну, я на улице тебе дам подержать. Okay, so my daughter is actually awake now. And I wanna introduce this little bird to her. I'm not sure what's gonna happen. Okay, just don't grab it too hard. Я снимаю. Aviva, what is this? Сухие? Mm-hmm. Ну да. Эта птичка сегодня упала у нас в бассейн. Я ее достал, у меня есть видео, можете посмотреть. Сейчас моя дочка захотела подержать в руках. Птичка уже высохла практически. И она готова летать. Но ее Авива не отпускает. Не хочешь отпускать? Пока поиграться. С ними играться нельзя, они умрут, если будешь играться долго. Не зажимай так сильно, хорошо? Я вам сказала, нежненько, да? Показать. Всем покажешь? Да. Кому всем? Моим ботинкам. А они посмотрят видео. Я хочу поцелуй. А ну поцелуй. Еще раз. Царапает. Ну что, ты отпустишь птичку? Давай посмотрим, она полетит уже сама. Нет, она к нам не прилетит. Она улетит к себе в домик. У нее, может, маленькие ждут ее. Мы же не знаем. Мы не можем ее оставить дома. Я хочу показать, как мама, я целую ее. Да? Да, на видео посмотрит мама. Ну, ты готова отпускать ее?
На ладошку так поставь себе. Нежно. Конечно. Да не, она отпустит. Ничего-ничего, надо залазить повыше. Вот так. А ну волосы убери. Поверни сюда. И смотри на меня. Головку выше. Не хочешь летать? Ты же попросила. Кот ее спрятал. На камере не видно. Ты готова отпустить? Нет. Как нет? А если тебя домой не будут отпускать, тебе будет нравиться? Спроси у нее, где она живет. Пальма. Вот птички погоняют. Орел. Орлов погоняет? Да, видишь. Видишь, они погоняют. Вижу. Вот над нами летят орлы. Мари, птичка Доса смотрит в небо. Ага, только вверх ногами ты держишь. Поднялись орлы, где-то что-то вокруг умерло, наверное. Давай уже отпускать ее. И пойдем по нашим делам. Так. Мама, сына, мне кашу.
Мне надо пойти курочек кормить. Ну, я пойду, а ты пока сиди, хорошо? Да. Да, можешь отпускать. Вот так? Угу. Не хочет. Так и знала. Не хочет? Нет. Сейчас она стряхнется. Она просто полюбила тебя. Она ходит еще, то я ее любила. Да, так. И что не идти? Сейчас перышки расправит. И улетит. Вот. Моя дочка учится по-английски разговаривать. This bird. Bird? Yeah. Mm-hmm. Does it want to fly? No. Away. No. This bird. Можешь по-русски говорить. Ой, она чешется. Она перышки расправляет. Готовится к полету. Сейчас смотри. Конечно, она у нас живет здесь. А сюда он упадет? Ну, надеемся, что больше не упадет. Да. Ну, она вот сейчас только расправляет крылышки и будет улетать. Ну иди пописи. Я хочу еще подержать, конечно. Ты же держала. Ну попробуй подержать. Ты хотела писи. А ну, поцелуй птичку. А ну так волос убери назад. Вот так, на волоске. Эй, птичка, не хуй, ой, Даша, она такой клюет. Ничего? Я закрываю глаза. Да! Ну не зажимай, пожалуйста. Ну все, давай уже. Подержала еще раз. Мы на видео покажем маме. Нет. Да. Я зачему? Мам, сейчас дома отпустишь и будет разобьется птичка. Стеклышко. Не будет нашего видео. Угу. Ну давай, отпустим уже. Уже много времени прошло. Ой, там родители смотрят. Конечно. А, нет. Ждут родители. Что это? Ого!
Там икея. И вот такие икея бассейны. Представляешь, какие классные икея? Да. У меня тоже вот такие икея. Есть только бабочки. Сейчас опять посыпают пёрышки, да? Да, пап? Да. Угу. Если ты положишь, она будет поправлять пёрышки, чтобы улететь. А я хочу. Но она умрет, мы долго не можем держать. Ой, птичек. Там птички ещё. Да, все ждут, когда эта девочка отпустит птичку на свободу. Ну да, у нас много птичек. И все ждут. Ждут тебя. Все будут радоваться. Fireworks сделают, чтобы птичка улетела. Слышишь, зовут? Все, отпускай. Так уже немножко, уже это. 15 минут и держишь. Не зажимай ручку, открой ручку. Уже, о, вот так. Девочка с птичкой. Кори уже пришел. Скусай. Ага. Он посадился. Да. Да, вот он. This is my dog. Your dog? Yeah. На кое помочь нет. Не, она только высохла. Пусть еще на тебя покакает. Что? Так они делают. Цыпленки так тоже. Цыпленки, цыплята так тоже? Да. И можно на пальчики. Вот. И можно на пальчики. Она ближе к твоему сердцу двигается. Угу. Ну, что ты делаешь? Она к тебе. Она поближе к тебе двигается. Ты смотри на нее, она на тебя. Я покажу, поеду к маме, как она держится. Так она улетит в доме. Она улетит? Да. И пускай улетит. В доме? Да. Разобьется в окно. Она полетит на свет. А я буду держать ее. Мы уже показали маме. Давай я пойду ее на дерево положу. Вот сюда положу. Хочешь, смотри? Отсюда ей будет легче улететь. Держи ты, я тебя подниму, окей? А ты ложи ее сюда. Видишь? И улетела на дерево. Хорошо. У нас на пляже упадет, а в бассейн. В бассейн? Надеемся, что не упадет.
Ну, скажи мне, какие у тебя впечатления, что ты держала рыбку, говорю, птичку в руках? Да, я хотела еще долго держать. Ну, ты долго держала. Я вообще с тобой поделился. Принес, показал тебе. Так, она могла бы сама улететь. Я не отпускал, говорю, а Вива должна обязательно увидеть птичку. Тебе понравилось? Будешь спасать птичек? Ну все, давай скажи. Все подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на Авивен канал. Нажмите колокольчик, так. Подпишитесь на наш канал. Bye.